Сегодня в Турции празднуют День памяти Ататюрка, молодежи и спорта. В честь этой даты в консульстве Турецкой Республики в городе Актау прошло праздничное мероприятие. Собравшиеся вначале почтили память основателя Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрка и соотечественников, боровшихся за независимость, минутой молчания и спели гимн. Генеральный консул Турции в Актау поздравил собравшихся и отметил важность этого дня в истории турецкого народа. В праздничном собрании приняли участие и студенты вузов города, которые декламировали стихи и исполняли кюи, а гости наслаждались турецкими сладостями. «19 мая – одна из самых важных дат в нашей истории. В честь столетия со дня рождения великого лидера Мустафы Кемаля Ататюрка в 1981 году был принят закон, согласно которому этот день получил официальное название «Памяти Ататюрка, молодежи и спорта». Ежегодно 19 мая мы проводим в Генеральном консульстве мероприятие, главными гостями которого являются молодые студенты региона.